Специалисты администрации Уссурийска на выездном совещании. Маршрут пролегает через центральные улицы города. Глава округа обращает внимание на состояние дорожного полотна, на прибордюрную зону и на чистоту территории. Вот такая картина встретила на улице Кирова по соседству с жилым бараком «Горы отходов». Мне Николаевна, провели комиссию, собрали, деньги выделили и наказывайте всех. Сначала уберем, а потом накажем. Или будем убирать и наказывать сразу. Но пока мы будем искать, еще больше будет грязи. Если по этому адресу, картина вполне ясна. К тому же жители подтвердили, что у них нет договора на вывоз ТБО, то в других точках остановки проблема неразграниченности территории либо безответственного отношения арендаторов. С ними будут работать посредством судебных обращений. Тут же глава округа дает распоряжение поднажать и с уборкой городских пространств. Я поставил задачу, значит, вместо 5 подрядчиков сделать их 10. Но чтобы они должны быть все в жилетах, на каждом жилете должно написано быть, что за подрядчик, с телефоном. Если плохо убирает, житель любой может позвонить, сказать, что вот та или иная компания убирает плохо. Поэтому мы, конечно, не заплатим денег. К слову, в прошлом году за весь город отвечал один подрядчик. И рост количества бригад положительно скажется на чистоте Уссурийска. Проблема номер два – загруженность центра автотранспортом. Еще в 2020-м на многих улицах установили запрещающие парковку знаки. Сейчас ведется работа по созданию муниципальных стоянок. Мы сейчас выставили контракт на 5 парковок, но вообще их будет около 15. Да, это по всем нашим центральным улицам. Некрасова, Горького, Советская, Комсомольская, Ленинградская. Везде мы сейчас людям предоставим парковки бесплатные, муниципальные. После этого мы сразу будем чертить желтые полосы, знаки уже стоят, которые будут говорить, что запрещает стоянка машин. Это работа не одного дня, но идет она планомерно. А вот навести порядок вместе вполне реально всего за один день. 24 апреля Уссурийск присоединится ко Всероссийскому субботнику. В планах уборка парков, скверов, территорий у городских рек и озер. Ольга Муравьева, Игорь Антонов, Телемикс.